порядке. Я иду своим путем, взяла универсальный вот такой вот, как говорится, удобрение универсальное, биостимулятор из сапропеля. И сейчас вот пропитаю эту землю. Вот, сейчас погляжу, что у меня там было. Ну, в общем-то, ничего у меня здесь не было. Она просто рыхлая земля. Вот такая вот рыхлая, да? Вот, в общем, у меня тут когда-то были бальзамины. Бальзамин почил, вот. И сейчас я пролью вот так вот эту землю. Вот. Так, удобрением. Вот, видите, я его растворила. И беру вот эти вот розы. Видите? Вот, что я вот эти розы обобрала. Так. И вот так, как учат в интернете. Вот так вот сделаю сейчас. Вот, с удобрением, с этим. Думаю, что это будет лучше, чем без удобрения, да? Вот, сейчас я вот так вот раскопаю, так. Положу, так вот, раз, так. И вот так вот закопаю. Короче, интересно вообще, вообще интересно. Видите, беру еще одну такую звездочку, кладу. Вот. Ну, в общем, я решила сейчас не ждать, когда цветок полностью завянет. А я посмотрела, что там все-таки ветки свежие срезают в интернете. Вот, вот остается на поверхности вот такая штучка. Так, беру я. Еще беру вот так вот. Видите, вот так распределяю эту звездочку. Вот. И присыпаю ее земелькой так вот бережно. Вот так вот. Гляньте, класс вообще. Будем вместе ждать сходов, что у нас получится. Ну, сейчас еще одну звездочку сюда. И потом так, вот так вот. Вот сюда еще могу одну звездочку. Потому что их все-таки 11 штучек. Вот. Я думаю, что горшков-то у меня не так много земли. Вот. И я, в общем-то, ух ты, раскопала эту сейчас. Ну, на тебе тоже земельки. В общем, чтобы ты там вот так вот как бы придавлено было, прижато. Чтобы там образовалась корневая система внизу. Вот посмотрите, у меня мои истории я показываю, да? Вот я всюду там вот акцент делаю на то, что я хочу все-таки розы развести, чтобы у меня были розочки. И вот такая наверх, на поверхность смотрит такая штучка. Вот пимпочка, да? Так, ну и можно по центру одну влепить, вот такую вот звездочку. Видите, вот эта серединка розы, вот она у меня осталась. Вот она, это я вам показывала. И я сейчас ее вот так вот переворачиваю этой частью вниз, вот в землю, видите, вот. И сейчас вот так вот углублю, вот, и присыплю земелькой. Прямо так аккуратненько, точечно так, вот, вот так вот. Видите, как я это делаю? Класс? Класс. Вот. Ну, в общем, можете такой же сделать. Так, где-то тут я закопала это, хвостик, пимпочку эту, да? Так, ну что, у меня красивая такая леечка. В эту леечку я наберу водички чистой. Так, без удобрений. Вот. И сейчас я на эту леечку надену вот такой красивый у меня цветочек. Видите, какая у меня леечка? Вот такая леечка, у Лены леточка, вот такая вот. Вот такая леечка, обалденная просто. У меня все с задумочкой, все такое красивенькое. Вот. А теперь я беру и вот так вот поливаю. Вот. Вот так вот. Цветочек этот. Раз так. Вот. Красиво так вот полью. Сейчас это лишнее удобрение смою. Оно уйдет вниз. Вот. Я все поставлю на балкончик. И пусть у меня начинается какой-то там процесс жизни.